Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем? Я Оля, мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно загляните в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и чтобы вы не растерялись, заходите в плейлисты, там собраны небольшие коллекции, да, и вы можете спокойно посмотреть интересующие вас узорчики. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных городов, из разных стран. Отдельный большущий привет. Спасибо вам большое за ваши отзывы, за ваши пожелания, за участие в жизни канала я к вам сегодня с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали, да, и с этой расцветочкой работали, и с названием, да, таким, помните. Но кто не работал, кто не, не знает, смотрите, это Alize Angora Gold Симли. Итак, в 100 граммах здесь находится 500 метров, состав 75% акрила, 20% шерсти и 5% металлика. Видите, как переливается? Это металлическая такая ниточка тоненькая. Крючок нам здесь советует производитель брать от двоечки до четверочки. Вот мои крючки, получается, троечка. И чтобы у нас не сливался, да, получается, под цвет, угу. возьму-ка я сегодня такой старенький свой рабочий инструмент, крючок. Троечка, видите, от работы он даже уже, скажем, поработал очень много. Итак, что мы будем сегодня вязать? Схемку к узорчику я прилагаю, как всегда. Схемка будет здесь, схемка будет в Инстаграме при желании. Если что, пишите, кому отправлю, покажу. Схемка ходит в интернете в общем доступе, поэтому вяжите с удовольствием. И кто давно на канале, знает, что я делаю небольшие образцы, да, буквально в районе ну, 30 петелек. Смотрите, сегодня узорчик у нас будет, там раппорт узорчика 20 петелек. И мы с вами наберем 41 воздушную петельку, чтобы у нас узорчик красиво лег, да, красиво начался, красиво закончился. Наберем 41 воздушную петельку. Итак, кто с ниточкой не работал, смотрите. Вот так вот, видите, она состоит из трех ниточек, получается, шерсть, акрил и вот такая вот блестящая Металлическая ниточка. Она не сильно пушистая, видите, но волоски иногда зацепляются, бывает не очень удобно вязать. И когда, если вдруг вы ошибетесь и захотите распустить, распустить можно, но сложновато. Поэтому не торопитесь аккуратненько, набьете руку, а дальше будете уже с большой скоростью вязать. Да? Итак, начинаем. Вначале делаем петельку фиксации, все как всегда. Зафиксировали. И теперь приступаем к набору петелек. 41 воздушная петелька. Поехали. Раз, два, три. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок и сорок один. Вот наш будущий образец. Пока набирала цепочку, вспомнила показать вам цвет. Номер цвета, смотрите номер 27. Понятно? Такой нежно-нежно розовенький. Итак, теперь смотрите. У нас по образцу, да, по нашему узорчику, по схемке, много воздушных петелек. И что у нас много новичков, чтобы не запутались, давайте мы с вами вначале сделаем ряд вспомогательный. То есть из столбиков с накидом. Три петельки подъема. Раз, два, три. Далее. Отчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. И в пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. По 2 петельки. 2-2 накид, в следующую петельку. Опять ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2-2, накид, в следующую. Вот так вот по порядку друг за другом петельки берем и в каждую петельку провязываем по столбику с накидом. Это будет нам намного удобнее в дальнейшем вязать наш ну, рисунок, да, наш образец, чтобы не запутаться просто в воздушных петельках. А мне вам будет удобнее показывать, если я сделаю столбики с накидом. Вы можете повторять, делать столбики с накидом. Можете столбики без накида. Можете полустолбики. В любом случае, будет намного удобнее, чем просто с воздушными петельками. А мастера опытные. Приступайте непосредственно к сразу же к узорчику. Итак, смотрите: первые три петельки подъема мы тоже считаем за столбик. Это столбик с накидом. Поэтому смотрите, сколько я провязала столбиков: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Угу. Все, давайте, и до конца ряда. Если вы набирали точно так же, как и я, 41 воздушную петельку, должно получиться 41 столбик с накидом. Если вы набирали меньше или больше, то у вас количество столбиков должно равняться количеству воздушных петелек. Понятно, да? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся и продолжаем наш узорчик. Так, смотрите, вот наша дорожка аккуратненькая получилась. Далее приступаем непосредственно к узорчику. И вы увидите, как будет удобнее а, непосредственно работать со, с верхушками столбиков. Итак. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И получается делаем накид. Вот следующий столбик. Этот столбик мы провязали, да, как 3 петельки. Следующий столбик ныряем и провязываем столбик с накидом 1. И в следующий столбик с накидом 2. Есть. Далее. Одна воздушная петелька. И получается в столбиках пропускаем один столбик. И беремся за верхушку следующего столбика и провязываем столбик с накидом. Далее смотрите нам необходимо будет сделать по схемке, там как бы просто полоска, да, давайте возьмем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А в столбиках мы пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. И в шестой ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же, два, сюда же, три. Есть. Далее. По схемке опять идет полосочка, Допустим, это будет одна воздушная петелька. Делаем. И опять сюда же делаем 3 столбика с накидом. Раз, 2 3 То есть у нас получится как бы вот такой вот верочек. Да? Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем в столбиках. Смотрим аккуратно, после верочка считаем. Пропускаем 5. Столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. В шестой ныряем, провязываем столбик с накидом. Есть воздушная петелька. Пропускаем один столбик и с следующего столбика, начиная с следующего столбика, провязываем 5 столбиков с накидом. По порядку. Это первый столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Третий столбик с накидом. Четвертый столбик с накидом. И пятый. А далее опять, смотрите, продолжаем точно так же вязать, как в самом начале. Вот мы три первых столбика провязали, да, вот, те же самые, видите, три столбика. То есть делаем воздушную петельку, пропускаем один столбик, следующий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. И далее опять, смотрите, три воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. И в шестой столбик провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же. Два, и сюда же 3 есть теперь мы здесь с вами провязали одну воздушную петельку да вот такой нашем верочки и здесь делаем воздушную петельку и возвращаемся сюда же и провязываем еще такие же три столбика с накидом 1 2 и 3 опять 3 три воздушные петельки раз-два-три а получается в наших столбиках мы здесь пропускаем 5 столбиков раз два три 4 5 и в шестой провязываем столбик с накидом, воздушная петелька, пропускаем один столбик снизу и оставшиеся три столбика провязываем как три столбика с накидом. И на этом будет заканчиваться наш ряд. То есть несложно, все по схемке аккуратненько. И у нас получился первый ряд. Я провязала его вместе с вами полностью. Видите? Вот такая она должна получиться. По итогу красота. Так, приступаем к следующему ряду. Делаем 3 петельки подъема раз два три поворот и смотрите там где у нас столбики да мы провязываем тоже столбики с накидом раз столбик с накидом и два столбик с накидом там где у нас воздушная петелька мы тоже провязываем воздушную петельку опять там где столбик с накидом беремся за верхушку просто провязываем столбик с накидом далее смотрите смотрим по схемке я думаю, что сделаем, давайте здесь две воздушные петельки. Раз, два, и провязываем первые вот эти три столбика мы провязываем опять как три столбика с накидом раз столбик с накидом за первый столбик взялись за второй взялись два столбик с накидом и за третий столбик 3 столбик с накидом есть теперь смотрите делаем одну воздушную петельку и ныряем в нашу вот эту арочку помните мы делали с воздушной петельки и провязываем в нее два столбика с накидом раз столбик с накидом два столбик с накидом возвращаемся опять одна воздушная петелька там где три столбика с накидом провязываем 3 столбика с накидом 1 2 3 далее делаем 2 воздушные петельки 1 2 и переключаемся на наш столбик столбик с накидом 1 есть воздушная петелька да то есть над столбиком столбик над петелькой петелька там где у нас 5 столбиков с накидом мы точно также провязываем 5 столбиков с накидом то здесь ничего сложного. Раз, два, три, четыре, и пять. Поняли, да? Вот вот первая половинка нашего узорчика готова. Теперь ваша задача повторить точно так же вторую половинку. То есть здесь не сложно. На столбиком столбик. Да, а с верочком получается: здесь у вас было 3 воздушные петельки, будет 2, и точно так же столбики провяжете. Единственное, что в арочку провяжите еще два. Все. То есть повторяем то же самое, что мы провязали с правой стороны. Давайте, у вас получится. И в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, довязали до конца ряда. Вот такая получается у нас красота. Идем к следующему ряду. Три петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И опять, смотрите, повторяем. Там, где столбики, мы провязываем столбики. То есть здесь вообще не сложно. Раз столбик с накидом. Два столбик с накидом. Там, где воздушная петелька, воздушную петельку. Опять там где столбик столбик, то есть здесь вообще остается все неизменно. Далее смотрите, смотрим по схемке, могу предположить, что здесь делаем две воздушные петельки. Раз, два, а теперь смотрите, вот наши три столбика и мы их будем провязывать вместе. Смотрите как, накид, нырнули в верхушку первого столбика, вытянули ниточку, провязали две петельки, стоп, накид, нырнули в верхушку второго столбика, провязали две петельки, стоп, накид, нырнули в верхушку третьего столбика провязали 2 петельки стоп и теперь когда у нас 4 петельки на крючке мы их вместе провязываем раз понятно то есть наш как бы такой вот лепесточек образовался с верхушечкой далее 3 воздушные петельки 1 2 3 и опять переключаемся на наши вот эти два столбика центральных и провязываем также 2 столбика. Раз и два столбика 1 и 2 опять 3 воздушные петельки раз-два-три и точно также провязываем эти три столбика с одной верхушкой то есть провязываем не полностью столбик стоп накид второй столбик стоп накид третий столбик стоп когда 4 петельки на крючке провязываем их вместе раз провязали и далее повторяем точно так же как мы провязывали здесь 2 воздушные петельки раз два и переключаемся на наши столбики со столбиками вообще не сложно то есть вы их провязываете так как они есть столбик столбик дальше воздушная воздушная 5 столбиков значит 5 столбиков Понятно, да? Со столбиками вообще очень просто. Раз, два, три, четыре и пять. Все, первую половинку мы сами провязали, да? То есть ваша задача теперь повторить все то же самое со второй половинкой. То есть здесь опять же столбик, да, воздушные петельки. Здесь у нас лепесточек раз, два центральных столбика, лепесточек два. И доходите до конца ряда. Здесь я вас уже встречаю. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот начинают расти наши два цветочка, да, два цветочка. Между ними вот такие вот красивые колонны и столбиков. Идем дальше. Опять делаем три петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И опять провязываем точно так же. Там, где столбики, мы провязываем столбики с накидом. Раз, столбик с накидом. Два, столбик с накидом. Есть. Смотрите, там, где воздушная петелька, мы делаем воздушную петельку. Там, где у нас столбик, мы опять провязываем столбик. То есть со столбиками у нас ничего не поменялось. Видите, да? Вот у нас идет такой, такая колонна из столбиков. Далее, смотрите, делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И теперь направляемся, вот сразу же перепрыгиваем весь этот листочек с воздушными петельками. Направляемся прямо сразу же к первому центральному столбику. И смотрите, как провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька, сюда же опять столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. Вот как бы такого вот полуверочка между, между столбиками по воздушной петельке. Дальше воздушная петелька и перепрыгиваем в следующий столбик и провязываем точно такие же три столбика с воздушными петельками: раз столбик с накидом, воздушная петелька, два столбика с накидом, воздушная петелька и три столбика с накидом. То есть по итогу, да, вот смотрите, видите, как бы такой вот красивый большой веерочек получается. И возвращаемся, опять делаем 3 воздушные петельки, раз, два, три, и переключаемся, перескакиваем полностью через весь этот листик, вот к нашему следующему столбику, который один, и провязываем столбик с накидом, раз, дальше воздушная петелька, значит и у нас воздушная петелька, далее 5 столбиков, и у нас 5 столбиков с накидом, понятно, да? То есть там, где столбики, вообще не сложно Единственное, что там, где цветочки просто смотреть, как вяжутся последовательно ряды. А так все просто. Все. Пять столбиков с накида. Ваша задача сейчас повторить все то же самое, провязать непосредственно вот с этим цветочком. Понятно, да? Видите? Вырисовываются лепесточки, как бы тельце, И тут начинается цветочек. Вот здесь у нас лепесточки, тельце, рисуем, цветочек. Угу. Давайте до конца ряда, в конце ряда я встречаю. Так, смотрите, вот уже вырисовываться два наших цветочка. Идем дальше. Три петельки подъема. Раз, два, три, поворот. Опять наши вертикальные колонны столбиков повторяем. Столбик с накидом. И столбик с накидом. Опять там, где воздушная петелька, да, мы делаем воздушную петельку. Там, где столбик, мы опять делаем столбик. Дальше начинается интересное. Будем теперь делать лепесточки для нашего цветочка. Итак, две воздушные петельки. Раз, два. И смотрите, помните, мы между столбиками делали арочки, да, из воздушных петелек. Так вот в эту арочку мы ныряем, вытягиваем ниточку, вот так вот подтягиваем чуть-чуть и не провязываем. Держим на крючке. Раз. Накид сюда же нырнули, вытянули ниточку. Два. Накид сюда же нырнули, вытянули ниточку. 3. Накид сюда же нырнули, вытянули ниточку. 4 угу. И когда у нас так много петелек на крючке, только тогда мы все это дело провязываем. Провязали и обязательно зафиксировали. Вот такая вот шишечка, бубочка, либо пышный столбик у нас получается. Две воздушные петельки. Раз, два. И переключаемся, смотрите, в следующую арочку. То есть пропускаем столбик, в следующую арочку переключаемся. И провязываем точно такой же пышный столбик. Раз, накид, нырнули два, накид, нырнули три, накид, нырнули четыре. Все вместе провязали, зафиксировали. Две воздушные петельки. В следующую арочку идем. Вот наша арочка. Точно такой же лепесточек делаем. Раз, два, три, четыре. Провязали, зафиксировали. Две воздушные петельки. Следующая арочка. Раз, два, три, четыре. Провязали, зафиксировали. Две воздушные петельки. И последняя арочка. Раз, два, три, четыре. Провязали, зафиксировали. Как вам получается листочек, лепесточек? Опять две воздушные петельки. Раз, два. И переключаемся на наши столбики. Столбик один. Дальше воздушная петелька. И пять столбиков наших. Вертикальная колонна. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Красота, красота. Вторую половину вы провязываете точно так же, как и первую. Да? Повторяете. Вот ваш цветочек. Вот наша задача провязать здесь точно такой же цветочек. Такие же лепесточки. Давайте. У вас получится, я знаю. Так растет наша красота. Надеюсь, у вас все так же хорошо получилось. Возможно, даже и лучше. Идем дальше. Опять делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Также, где у нас вертикальные колонны столбиков, мы продолжаем вязать такие же столбики. Раз, два. Воздушная петелька. Да? Повторяем точно так же. Воздушная петелька. И здесь один столбик. Провязываем также столбик с накидом. Есть. Далее, смотрите. Теперь делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И смотрите, наша задача с вами, считаем, получается, это первый лепесточек, да, второй лепесточек. Вот между вторым и третьим лепесточком есть арочка из двух воздушных петелек. Ныряем в арочку провязываем столбик без накида. Раз. Сюда же столбик без накида. Два. Затем в верхушку среднего лепесточка ныряем, делаем столбик без накида. Три. И за третьим лепесточком, между третьим и четвертым, да, вот эта вот арочка, сюда тоже ныряем и делаем два столбика без накида. Итого у нас получилось 5 столбиков. Поняли, да? Раз, два, три, четыре, пять. Опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся вот на наш столбик. Столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И опять наша колонна из вертикальных. Ну, вертикальная колонна из столбиков с накидом. Да? Провязываем опять 5 столбиков с накидом. 3, 4 и 5. Понятно? Вот, и как бы этим мы заканчиваем наш цветочек-лепесточек. Вот, видите, какой он такой объемненький, пузатенький. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Цветочки растут наши. Переходим к следующему ряду. Смотрите, здесь будьте внимательны. Мы, получается, закончили вертикальный раппорт узорчика да и мы будем сейчас переключаться на следующий раппорт, но он будет немножко смещен поэтому смотрите делаем 3 петельки подъема 1 2 3 поворот теперь одна воздушная петелька по узорчику и ныряем сюда же в этот же столбик и провязываем еще 3 столбика с накидом 1 2 3 вы пока просто повторяйте потом увидите что у нас получилось 3 столбика с накидом идем дальше 3 воздушные петельки 1 2 3 далее присоединяемся смотрите вот эти наши вертикальную колонну всю пропускаем вот там где один у нас столбик был мы присоединяемся к этому столбику столбиком с накидом Раз, провязали столбик с накидом далее воздушная петелька и теперь вот где наши были 5 столбиков без накида так мы их провязываем как 5 столбиков с накидом Итак, верхушку первого столбика это столбик номер один, верхушку второго столбика столбик номер два, верхушку третьего столбика столбик номер три, верхушку четвертого столбика столбик номер четыре и верхушку пятого столбика столбик номер пять. Поняли, да? То есть тут у нас будет пол цветочка, а здесь будет колонна. Понятно? Идем дальше. Воздушная петелька, накид и опять переключаемся там, где у нас вот по одному столбику, да, помните, были? Вот за верхушку этого столбика беремся и провязываем столбик с накидом. Есть. Три воздушные петельки. И смотрите, вот наши пять столбиков. Да? Раз, два, три, четыре, пять. Так вот в третий столбик направляемся и провязываем три столбика с накидом. Раз. Два. Три. Воздушная петелька. И сюда же еще три столбика с накидом. Раз, два, три. Вот наш первоначальный такой вот веерочек полноценный. Помните, да, как мы в самом начале вязали? Вот, точно такой же. То есть получается у нас цветочек будет по центру теперь и по две половинки по краешку. А там, где цветочки, вот здесь будут колонны. Вот эти вот такие вот вертикальные колонны. Поняли, да? Давайте довяжем дальше. После веерочка Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И присоединяемся вот к столбику, который один был у нас. Вот, провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька 1. И там, где наши 5 столбиков без накида были, мы провязываем 5 столбиков с накидом. Помните, да? Раз, два, три, четыре, пять. Идем дальше. Воздушная петелька. Опять переключаемся там, где был один столбик. Провязываем за верхушку. Столбик с накидом. Здесь 3 воздушные петельки, то есть переходим на цветочек. Так? 3 воздушные петельки. И в самый последний получается вот эти вот столбик 3, 3 петельки подъема, где у нас были. Мы цепляемся третью петельку и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же. Два. Сюда же. 3 и сделаем одну воздушную петельку и еще один столбик как заключение такое понятно вот цветочки начинаются цветочек начинается столбики продолжаются понятно давайте дальше посмотрим что дальше будет чтобы вам было более понятно итак опять делаем 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и ныряем нашу вот эту арочку помните да мы здесь провязывали получается два столбика мы здесь провяжем всего лишь пока только один столбик ну, пол, получается пол цветочка да далее одна воздушная петелька там где три столбика пол веерочка провязываем три столбика с накидом раз это будущий листочек от цветочка 2 и 3 далее 2 воздушные петельки и переключаемся там где у нас один столбик мы провязываем тоже один столбик с накидом далее 1 воздушная петелька и вот наша колонна вертикальная из 5 столбиков с накидом вот мы ее и провязываем как 5 столбиков с накидом раз два 3 4 5 поняли да Далее получается, вы провязываете цветочек полноценный, то есть не половинку, а полноценный цветочек, как мы провязывали здесь. Опять потом будет колонна, и потом полцветочка заканчивайте точно так же, как мы и здесь провязывали в начале, понятно? Все, схемка перед вами. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, приготовились, получается, да, для цветочков по краешку, по полцветочка, центральный цветочек. Идем дальше. Итак, три петельки подъема, раз, два, три, как бы ствол, да, нашего цветочка провязали и там где у нас столбик идет следующее мы провязываем еще один столбик с накидом вот как бы ствол нашего цветочка а теперь мы должны закончить листочек итак 3 воздушные петельки раз два три три а дальше смотрите вот эти три столбика мы должны провязать с одной верхушкой итак в первый столбик нырнули две петельки стоп накид во второй столбик нырнули две петельки стоп накид в третий столбик нырнули две петельки стоп теперь все вместе провязали 2 воздушные петельки и переключаемся опять там где у нас один столбик провязываем где столбик столбик воздушная петелька до да, повторяем воздушная 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 и опять наша вертикальная колонна из 5 столбиков с накидом понятно да раз два три 4 и 5. все дальше вы получается повторяете такой же цветочек да здесь как мы провязывали лепесточки полностью здесь будет два наших вот этих вот листочка ствол два листочка и опять колонна и здесь пол цветочка да как вот мы здесь в начале провязывали давайте до конца ряда самостоятельно так смотрите листочки готовы приступаем непосредственно к головке нашего цветочка да итак три петельки подъема раз два три поворот и вспоминайте, да, тут получается ствол, да, и мы брали первый столбик и второй столбик. Но так как есть полцветочка, беремся за второй столбик и провязываем здесь три столбика с накидом, и между столбиками воздушная петелька. Раз столбик с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом, воздушная петля, 3 столбика с накидом. Угу. Теперь наша самая задача перепрыгнуть вот там, где один столбик. Поэтому делаем 3 воздушные петельки. Раз, два. 3 и там, где один столбик, то есть наш листочек перепрыгиваем весь, присоединяемся там, где один столбик и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька и опять провязываем 5 наших столбиков с накидом. Все. Я показываю только начало э, ряда, чтобы вы поняли, как провязывается пол цветочка. Дальше вы продолжаете то же самое, что мы провязывали с цветочком в предыдущих рядах. Потому что вы уже справитесь, вы большие молодцы. Да? Вот. То есть сейчас получается делайте также столбик. 3 воздушные петельки переключаете здесь у вас будет такой большой веерочек помните как вот здесь вот 6 у нас получается столбиков с накидом и между ними воздушная петелька все давайте до конца ряда здесь в конце заканчивайте точно так же как мы и начинали то есть пол цветочка в конце ряда встречаемся так, довязали ну а теперь самое интересное да вот эти вот лепесточки и так как мы это сделаем если у нас здесь всего лишь пол цветочка 3 воздушные петельки 1 2 3 поворот и вот получается между первым и вторым столбиком, вот сюда будем нырять, и провязываем пышный столбик. Потянули ниточку раз, накид, потянули ниточку. Сейчас аккуратненько возьму. Потянули ниточку два, потянули ниточку три, накид, потянули ниточку четыре. Все вместе аккуратненько провязали и обязательно зафиксировали. Две воздушные петельки. А теперь смотрим там, где у нас получается была вот эта арочка из воздушной петельки, мы в нее и ныряем. Вспоминаете, да? Раз, накид, два, накид, три, накид, четыре. Провязали, зафиксировали. Две воздушные петельки и опять арочка с воздушной петельки. Нырнули раз, накид, два, накид, три, накид, четыре. Провязали, Зафиксировали. То есть у нас как бы получилось не 5 лепесточков, да? Вот у нас здесь 5 лепесточков, но ну, а всего лишь 3. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. И переключаемся на столбик, там, который он один. Есть. Далее. Воздушная петелька. И опять 5 наших любимых столбиков. Вертикальная колонна, да? Раз, два, три. 4 и 5. Смотрите, а дальше вы продолжаете вязать, да, и цветочек у вас здесь получается, лепесточков будет 5, как и здесь. Понятно? То есть в самом начале будет 3 и в конце будет 3. Здесь получается 5. Ну и колонна. Давайте до конца ряда здесь я вас встречу. Так, смотрите, у нас готовы наши цветочки. Пол цветочка, да, получается, сделали последний пышный столбик и на этом остановились. Видите, верхушка идем дальше делаем одну воздушную петельку поворот и сюда же ныряем в верхушку этого пышного столбика вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида а вот следующую арочку из двух воздушных петелек мы делаем два столбика без накида если вы помните да у нас получается над цветочком было 5 столбиков но так как пол здесь будет всего лишь 3 далее 3 воздушные петельки 1 2 3 опять переключаемся там где у нас один столбик так одна воздушная петелька и опять колонна из пяти столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. Поняли, да? Вот. Мы, получается, подготавливаемся к следующему ряду, к следующему вертикальному рапорту нашего узорчика. Здесь у нас получается будет один столбик, так, а здесь вы получается перепрыгиваете между вторым и третьим столбиком, провязывайте два столбика без накида, в верхушку один столбик без накида и в арочку опять два столбика без накида. Вспомнили, да? Вот, если что, перематывайте, смотрите, как вы здесь провязывали. Все, и опять колонна, и здесь довязывайте до конца, точно так же заканчивайте, как и начинали. Давайте. Так, смотрите, вот получается закончили, да? Теперь далее, далее полностью, получается, мы готовы для того, чтобы начать новый раппорт узорчика. То есть здесь у вас опять будет колонна, как вот здесь, да, получается, по три столбика. Здесь у вас будет цветочек, здесь будет полностью колонна, вот точно такая же, как и здесь, да, из пяти столбиков. Здесь опять будет цветочек, и здесь колонна. Поняли, да? То есть в шахматном порядке. Давайте сделаем, я, по крайней мере, сделаю еще один вертикальный раппорт, чтобы показать вам прелесть узорчика. Так, встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте итак смотрите что в итоге получилось я получается провязала еще один вертикальный рапорт до да, узорчика два мы провязали сами вместе вот смотрите какая красота цветочки натуральные цветочки в шахматном порядке видите листочек так листочки да два стебелечек и сам цветочек с лепесточками интересно интересно конечно за счет воздушных петелек он очень хорошо тянется в голову сразу приходит что палантин либо летний кардиган да, из хлопка более теплые вещи, конечно, в голову не приходят, только если просто не провязывать, получается, одну, ну, один столбик, да, а закрывать вот эти все окошечки, чтобы он был поплотнее, более зимний вариант. А так это какие-то более легкие, такие воздушные, нежные, ажурные вещи, изделия. Набросайте, пожалуйста, в комментарии, да, что можно данным узорчиком связать. Давайте замерим. Если, получается, мы набирали 41 воздушную петельку, если этот же крючок, если это же плотность вязания, это же пряжа, да, сколько по итогу получается? Итак, 21 сантиметр, ну, с хвостиком с небольшим, да, и получается рапорт узорчика у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 рядочков, и получается 1, 2, 3 вертикальных рапорта это 18 рядочков и наборный ряд 19. О, гляньте, здорово. Так много и здорово. Итак, ну практически тоже 19, да? 18 с половиной сантиметров получается. Интересная, конечно, задумка. Куда бы еще эту задумку применить, правильно? Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Жду ваши комментарии. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик чтобы узнать, когда на канале появятся новые видео. А также под видео справа внизу да, находится стрелочка Поделиться. Делитесь, нажимайте, делитесь своими друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее спасибо вам большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.